Здравствуйте, дорогие любительницы рукоделия! Сегодня мой ролик о вышивке. С вами Оксана Перуцкая, канал Нитка-Ниточка. И я представляю вашему вниманию работу своей дочери, которая называется «Поцелуй на пляже». Это набор нидерландской фирмы Vervaco. Код этого набора 75008. Размер этой работы около 20 сантиметров на 26 сантиметров. В набор входит черно-белая схема, затем канва Аида DMC белого цвета 14 каунта, нитки DMC 8 цветов. Мне очень хочется назвать все эти цвета, потому что слова, которыми мы их будем с вами сейчас называть, очень аппетитные. Это кремовый, это бежевый светлый, бежевый средний, бежевый темный. Кофе-мокко светлый, кофе-мокко средний и коричневый, самый темный цвет. Вполне понятно и очевидно, что вам понадобится иголочка для вышивания. Также набор сопровождается подробной инструкцией на 7 языках, в том числе и на русском языке. В набор был вложен вот такой органайзер, к которому крепились ниточки наши. Но обычно для удобства мы перематываем ниточки на вот такие специально подготовленные картоночки. И, как вы можете увидеть, на каждой из них есть тот символ, который у нас продублирован еще и на органайзере. Это символы, которые вы можете найти на самой вышивке, то есть на ее схеме. Вот посмотрите, какие крупные, вот относительно моей руки, очень крупные рисунки, поэтому начинающие будут очень довольны. Вот наша схема. И повторюсь, что работа будет под силу даже начинающим рукодельницам. Я могу порекомендовать ее тем, кто только начинает учиться этому старинному виду рукоделия. Выполнена эта вышивка в стиле монохром. И в этой серии есть еще вот такие картиночки. Я хочу вам их показать. Возможно, вы захотите их где-то найти, приобрести. И все это о такой детской любви либо к животным, либо... Первая влюбленность, которая возникает в таком вот почти промежуточно-детсадовско-первоклассном возрасте. Схема этой вышивки очень простая, с большим количеством цветовых пятен, поэтому у вас не будет необходимости в частой смене нити. В работе используется только одна техника – полный крест в две нити. Нас данная работа привлекла своим озорным сюжетом, хитрой улыбочкой этого мальчишки и смелостью его чудной подружки. Я бы даже назвала это первый поцелуй, но авторы решили, что эту картину лучше озаглавить «Поцелуй на пляже». Для того, чтобы завершить работу над этой вышивкой, мы выбрали фоторамку, в которую, конечно, вкладывается, вот вы видите, да, стекло, которое я уже наложила на нашу вышивку. Невероятно лаконичная, но привлекающая своей скромностью и сдержанностью рамочка, обыкновенная, узенькая, белого цвета. И, конечно, как и полагается, у них есть вот такая изнаночная часть. Наш выбор такой рамочки связан еще и с тем, что эта картинка будет висеть на белой стене, и поэтому, в принципе, у данной вышивки не будет никаких ограничений по пространству, и она будет очень активно взаимодействовать со всем остальным интерьером. А вот так выглядят наши малыши в изнаночном изображении. Здесь, как вы, возможно, уже успели заметить, наша изнанка выглядит всегда так, что... На ней не найти ни одного узелка, все хвостики припрятаны. И такой слегка размытый сюжет, но очень даже понятный. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Я приглашаю вас почаще заходить на мой канал. Подписывайтесь, задавайте вопросы, с удовольствием на них отвечаю. Ставьте лайки, потому что таким образом вы полезные ролики можете сохранить в своем личном кабинете. И... До скорой встречи. С вами была Оксана Перуцкая. Пока!